Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я создал интро в Camtasia 9. Для этого создайте новый проект. Добавьте изображение, которое будет подложкой под текст. Добавьте картинку таймлайн. Для этого нажмите на объект правой кнопкой мыши и выберите соответственный пункт или перетащите его на саму строку проигрывания. Настраиваем длительность заставки. Затем заходим в настройки проекта. Настраиваем размер видео 1280 на 720 пикселей. Располагаем картинку. Выбираем раздел визуальных эффектов. Выбираем рамку устройства. В свойствах нашего элемента мы выбираем нужный тип устройства. Тут предлагается компьютер, iPhone, MacBook и Google Pixel. Подбираем музыку для интро в библиотеке Camtasia или пропускаем этот шаг, если вы хотите поставлять каждый раз вручную. Добавляем музыку на таймлайн. Добавляем аннотации с первыми буквами каждого слова из названия вашего канала. Добавляем эффекты появления текста и настраиваем их. Выбираем анимацию и переносим ее на текст. Также мы можем настроить эффекты во время показывания текста.
Настраиваем перемещение букв. Добавляем аннотации, чтобы название канала вышло полное. И также настраиваем их. Добавляем эффекты. Смотрим результат. Теперь сохраняем видео в нужной вам папке и формате. Готово, теперь у вас есть интро. Затем закрываем все ненужные вам окна и также завершаем работу с Камтазией. Прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео.